Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Артем, и сегодня у нас в распаковке вот такие наушники от Sennheiser, моделька CX302, черного цвета, поставляются они вот в такой упаковке, в блистере, на обратной стороне у нас технические характеристики, в частности, диапазон частот от 19 до 21 тысяч Гц, сопротивление 16 Ом, здесь уровень звукового давления и так далее. Есть вот такая наклейка, которая показывает нам то, что это, видимо, подлинная продукция Sennheiser. Давайте раскроем, посмотрим, что внутри. И дальше, когда я их послушаю, скажу вам свое мнение. Конечно, о наушниках говорить достаточно сложно. Это дело индивидуальное, потому что каждый, во-первых, слушает разную музыку. Во-вторых, у каждого свой слух, свои требования. У меня был бюджет в 1500 рублей, и я решил приобрести именно эти наушники. Посмотрим, как они отыгрывают за эту цену. Давайте распаковывать. Сейчас посмотрим, как это все распаковывается. Наконец-то мы открыли эту страшную коробку. В комплекте у нас сменные амбушюры для наших ушей, сделанные из достаточно мягкого, приятного на ощупь материала. Откладываем их в сторону. Посмотрим, что еще есть у нас в комплекте. Непосредственно сами наушники. Так, открываем. Смотрим, что здесь. Так. Здесь у нас все проклеено. И непосредственно сами наушники. Провод тоненький, поэтому стоит аккуратно обращаться с наушниками. Вот они сами. Г-образный штекер 3,5 мм, позолоченный. Давайте раскроем дальше. И вот сами наушники. Несимметричный кабель. Шнур достаточно длинный. Сколько он там длины? По-моему, нам где-то здесь указывают. Сейчас мы с вами посмотрим. 1,2 метра. И здесь еще есть вот такая штука, похожая на шоколадку. Посмотрим, что там. Внутри у нас там тоже кое-что есть. Так. Сейчас мы это как-нибудь достанем. И в комплекте у нас вот такой чехольчик для наушников. Из тоже приятного материала. Под кожу. Знак компании. Дальше непосредственно еще вот такой логотип. Прострочка наверху. Вот еще раз покажу, как смотрится. И сюда мы можем наши наушники запаковать. Вот такой комплект поставки. Непосредственно чехольчик, наушники и сменные амбушюры. Теперь послушаю их и уже скажу свое мнение. Что касается звучания наушников, я их послушал и сделаем следующий вывод. Точнее, я сделал вывод для себя. Наушники звучат достаточно классно, громко. Иногда низкие частоты басы немножко перебивают вокал. Все это зависит от источника, к чему вы их подключаете. Я подключал, например, к своему телефону вот такому. Это дешевенький Fly. На Fly они звучат, ну, где-нибудь на четверочку, я думаю. До пятерки, конечно, не дотягивает за вот эту стоимость. Однако, как оказалось дальше, во всем виноват был источник. Я подключил наушники к другому источнику. У меня есть такой внешний усилитель от гарнитуры Plantronics. В принципе, кто давно подписан, обзор, наверное, видел. Там есть усилитель. Я подключил через усилитель, соответственно, наушники от Sennheiser. И там они звучат совсем по-другому. Сочные басы, классный вокал. За свои деньги, в принципе, я считаю, отличный выбор. Конечно, в идеале бы, когда вы выбираете наушники,
их бы до покупки послушать и еще иметь достаточно хороший источник звука. Это как мобильный телефон, как смартфон, так и MP3-плеер, если вы еще пользуетесь отдельным устройством. Тоже звуковой трак должен быть достаточно качественным. Ну и приятный бонус мы получаем вот такой классный чехольчик в комплекте. Поэтому наушниками я доволен. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии и пока-пока.